Да где же в этом мире та самая покинутая... какая покинутая? Это потерянная... нет, не потерянная. Да какая там принцесса должна быть? А, точно! Прекрасная принцесса, она же где-то здесь находится. Да, в этой деревне ее запер злой дракон. Или нет, здесь дракона вообще нету как бы. Принцесса, вы где? Где же мой принц, который спасет меня? Юни. Акакий! Как ты меня назвала? Акакий, спаси меня, я тут застряла. Это ты та самая принцесса, что ли? Да, я, по мне что не видно. А, здесь есть другая принцесса, она где? Тоже где? Заперта здесь, на крыше. Как ее зовут? Как же зовут мою суженую будущую? Лилия, как цветок. У меня аллергия на лилии. Тогда ее зовут Надежда, потому что она олицетворяет надежду на светлое будущее. Тогда ладно, я тебя спасу, и ты покажешь, где она находится, хорошо? Да, да, хорошо. Ох, спасать этих принцесс, как же я устал. Каждый день выхожу на улицу, одни принцессы меня встречают, говорят, будь моим мужем и так далее. Ну, ты понимаешь, что, у тебя правда? Так же, да? Ну да, те же тоже говорят, будь моим мужем. Нет, меня постоянно путают с мальчиком. Даже не знаю, с чем это связано. Интересно, почему же? Ну, кстати, может, хватит тогда просто как мальчик выглядеть. Ладно, я тебя спасаю. Хотя ты могла через дверь же выйти, по идее. А зачем я тогда сюда пришел? Зря ты пришел в эту деревню. Она проклята, и теперь ты тоже проклят. В смысле проклят? Теперь мы будем перемещаться по разным вселенным. Подожди. То есть, если я проклят теперь... А почему ты мне об этом не сказала? Не сказала о чем? О том, что вот такое теперь проклятие меня ждет. Вот сказала. А если ты хочешь спросить, почему я тебя не предупредила, ну... Дело в том, что я тоже проклята, а одна мне скучно. Ну тогда это логично. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это теперь... Майнкрафтное измерение меняется каждую минуту. Сегодня мы вместе с Юни попали под действие проклятия, которое не позволяет нам оставаться на месте. Каждую минуту мы будем перемещаться между измерениями, и наша задача будет как можно больше добыть ресурсов. И желательно не умереть в лаве. Но сможем ли мы выжить в столь жестоком мире? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Это что у меня вообще сейчас на экране появилось? Следующее измерение поменяется через 30 секунд? Да, у нас есть 30 секунд подготовиться. Это может быть что угодно. А, например, ад, или край, или что-то еще. А, ну, что-то еще это обычный мир. Да, но мы же можем оказаться прям над лавой. О, слушай, это тогда очень-очень плохо. Так, тебе нужны какие-то инструменты, наверное? А, нет, да, вообще, я делаешь. Ничего не делала. Я постоянно умирала. Молодец. Слушай, вот ты пока вот здесь вот была, ты же могла там, я не знаю, хоть что-нибудь добыть, а не в заточении своем находиться. И... 0 секунд. Слушай, а довольно-таки прикольно, нормально хотя бы. Да, главное, чтобы... Тихо, аккуратно, аккуратно. Лава. Окей, здесь пока что нас ничего опасного, наверное, не ждет. Кроме лавы. Лава вообще сейчас за нами передвигается. Слушай, может, мы что-то интересненькое найдем? Фортресс, например. Это, конечно, можно, но у нас вообще с тобой нет никаких нормальных инструментов. Поэтому я тебе советую прямо сейчас добывать тогда как можно больше бревен, делать и инструменты. Оверстак! Что? Что с ним случилось? Ты его забрал. Нет, не-не-не. Ладно, держи. Спасибо, отдай дерево чуть-чуть. Вот тебе цена. Я тебе скинул. Все. 8 секунд, я думаю, сейчас не время ставить верстаки. Ну да, правда, мне сейчас очень страшно, где же мы сейчас с тобой окажемся. Пожалуйста, пусть это будет не край. О! Обычный мир. Ура, обычный мир. Так, ладно, здесь мы уже с тобой выжить можем. И у меня, если что, уже очень много досок, очень много бревен. И поэтому мы с тобой сможем хоть что-то сделать. Но с деревянными инструментами мы с тобой далеко не уйдем. Поэтому давай-ка лучше сделаем себе кирочки, на всякий случай подготовимся. Вдруг вообще мы с тобой застрянем там, не знаю, в Незераке, например. Да, давай еще добудем корову. Она же ничего тебе плохого не сделала. Ну, на еда понадобится все-таки. Ну, ладно, ладно. Корова, прости меня, это она заставила меня это сделать. Давай ее на штаны. На шашлык. При чем здесь штаны, я вообще не понимаю. Да так просто сказала. Не пойму, кто вообще крафтит кожаные штаны. Это какой-то сумасшедший человек должен быть. 5 секунд. Тут андезит один. О, вообще. Чёрт. На булыжник не повезло. Так, ладно, где? Где? Ух. Это еще более-менее как-то нормально. Окей, здесь мы с тобой сможем выжить. У тебя есть хоть какая-то кирка? Ну да. Деревянная. Ну окей, но нам все равно вот это ничего не пригодится сейчас. И даже... Погодь, здесь тупик? А, нет, здесь есть еще какой-то проход. Ну слушай, здесь нам вообще нечего пока с тобой добывать. У нас вообще с тобой ничего нету. Может, ты анекдот знаешь какой-то? А, ну есть один. У тебя 15 секунд, чтобы его рассказать. Хорошо, если анекдот понравится, вы обязательно ставите лайк и говорите, что Юни не умеет шутить. Купил своей женщине крем для ухода, а она не уходит.
Какая крутая. Хороший анекдот. Так, подожди. Я вижу булыжник. Бежим за мной, за мной, за мной. Давай, давай. О, мало времени. Блин, надо еще уголечек будет добыть. Давай, короче, я добываю уголь, ты добываешь булыжник. Давай, давай. У нас с тобой должен быть сейчас какой-то хоть более-менее тимплей, что ли. И, пожалуйста, сделай мне заодно кирочку. Будет да, очень даже хорошо. Да, прямо сейчас сделаю. Какой-то у меня размеренный гейминг получается. Добываю какое-то черное пятно. Хоть не коричневое, вот, держи. О, спасибо. Коричневое пятно, это я, как все говорят. Почему-то, не знаю почему. Глупые какие-то люди. Так, нам на печку вообще сейчас с тобой хватает? Не хватает, потому что все-таки мясо у нас с тобой есть. Уголечек есть. Вообще все хорошо у нас с тобой идет. Чтобы заспавниться где-то в шахте рядом с железом, а потом с алмазами. Ну, блин, размечталась. Одна секунда и... Тихо. Аккуратно, так. Мне это не нравится. Нам может, конечно, здесь с тобой повезти, и нам попадется Энсити, но, блин, мы, мне кажется, 100% вообще ничего не успеем здесь сделать. Главное, не смотри на них. На кого? На эндерменов. Ну это логично. А, мы прям... Мы не у дракона, мы вообще в другом месте. Ну да, поэтому это и хорошо. Мы здесь с тобой можем найти Энсити. Хотя, знаешь, здесь мы можем еду с тобой хотя бы добыть. Давай еду добудем. Да, точно. Давай. Правда, это такая себе еда. Ты что делаешь? Это делается вот так. Круто. Сколько в Майнкрафт, ты говоришь, играешь? Много, тут редко бывало. Да, да. Ладно, если что, я тебя всему научу. У меня уже 41 плод Хоруса. Нам, в принципе, даже с тобой коров не надо было уничтожать. Да, а кожа хоть выпала? А, да, 4 штучки. Да ё-моё, опять не в шахте. А, стоп, я вижу шахту. А, нет, это не шахта. Давай оглянемся, вдруг где-то есть железо. Может, ты хотел сказать, давай осмотримся? Да, давай осмотримся. Какая, молодец. А, слушай, мы с тобой, в принципе, сейчас находимся в таком биоме, где может даже железо быть на поверхности. Если ты не знала, там, где горы есть, там есть и все вообще. Даже если повезет, изумрудики еще найдем. Но изумруды нам с тобой вообще не нужны. А ты знаешь такую мудрость? Чем выше горы, тем ниже приоры. Кто тебя этому выражению научил? Фиксплей? Нет, с детства что-то так говорили. Вы с детством знакомы с фиксплеем? Ладно. Нет! Блин, я вообще ничего не вижу. Так, железа вообще нигде нету. А, все. Ой. Что? Ты где? А, ой, ты у меня был наверху. Ты у меня сейчас была наверху. Понятно, читер какой-то. Блин, здесь вообще ничего опять нету. Даже зо... Почему так светло стало? Не знаю. Понял. Там скелет, аккуратно, он может нас заметить. Ну, к скелету нам, наверное, не стоит с тобой идти. Мы даже до сих пор с тобой не сделали никакого оружия. Вот, топор каменный, нормальный. Ну, это такое себе оружие. Ты сама должна понимать. Хотя бы золотое все надо или алмазное. Ты что делаешь? Блоки добываю. Для чего? Нам это с тобой не пригодится. Просто так мы будем сейчас бегать и ничего не найдем. Ну блин, надо тогда, наверное, подраться хоть с кем. Давай вместе подеремся. Не. Да хватит меня преследовать. Так, и... О, слушай, я сначала упал с большой высоты, потому что я сейчас урон получу. И, блин, нам опять с тобой не повезло на Энсити. А что вообще за фигня-то? Вообще ничего нет. Так, может тогда хотя бы... Ладно, ты меня все время пугать этим будешь, да, я так понял. Так, я могу сделать печку пока что и дать тебе булыжника на топ... А, у тебя есть топор. Да, да, не переживай. Ну-ка. Стоп, да ты у меня какой еще? Ты верстаки у меня все воруешь. Ты че? У тебя два верстака. Да, ты у меня своровала. Я просто сломала, я его сохранила на будущее. Да, да, да. Я также сохранил твой верстак на будущее. Но Энсити здесь нету, нам опять с тобой не повезло. Вообще у нас с тобой какая задача? Давай в следующий раз, когда телепортируемся в Энд, убьем одного эндермена. Нифига себе задача, как мы ее сделаем, вообще непонятно. Это так тяжело же будет. Ты ставь хотя бы невыполнимые задания какие-нибудь. Ну ты чё? Например, добыть... Добыть чего? Чего добыть? Тут ничего нету. Тихо, не лопни. Я с тобой не играю после этого. Не знаю, ну добыть, например... О, ударь пчелу. А, ну окей. И 20 секунд бегай. 20 секунд бегать? Да это вообще легкотня. Я даже бить их не буду. Слушай, если что, ко мне недавно в квартиру залетела огромная оса-мутант, если что. У меня теперь фобия даже в Майнкрафте. А что мне бегать от них? Все, до свидания, давайте. О, слушай, мы опять в Энди. Может повезет, давай, может убьем. Повезет. Ну ладно, давай тогда. Я беру одного, ты берешь второго. Не, зачем? Вот сперва надо вот такую штуку построить. На, трусишка. Не трусишка я умная. Легко. Давай, он за меня загрен. И следующего сразу. Ты че? Нифига себе, как мне везет на эндерперлы. Слушай, ну у меня уже 3 эндерперла, так что в принципе нормально. Если что, вообще все время везло, 3 эндермена, 3 эндерперла. А, нет, 4 было у нас, окей. Что, еще одного хочешь? Да, мне нужен хотя бы один эндерперл. Понятно.
Так, шахта! Нет, да почему не везет? Свиньи! Какая у тебя, конечно, боевой клич, конечно. Слушай, а нам бы еще это все, конечно, приготовить, но это будет прям очень-очень опасно, потому что мы каждую минуту с тобой будем телепортироваться. Давай, оп, давай. Да нет, рано. Точнее, поздно уже, ты че? Не-не-не, нам времени просто не хватит, ты че? За 30 секунд что у нас с тобой успеется приготовиться? Одно железо. Да нет. Ну, железа у нас с тобой вообще нету. Это самое плохое. И здесь мы его 100% не найдем. Даже, наверное, не найдем домик ведьмы. Да, кстати, я его тоже сейчас смотрела, и ничего нету. Ладно, я тогда буду добывать дальше полезные ископаемые, а ты вспоминай анекдот. Я знаю один анекдот. Ну, если давай. Он не понравится, пишите, что Акакий вообще не умеет шутить. Тараканы развелись! Неудивительно, я никогда не верил в их отношения. А как и все-таки умеет шутить? Ну, это всегда моя проигрышная шутка была. Не, это хорошая. Ладно, давай другой. Ладно, давай. Сидят как-то два дракона в баре. И один другому говорит, как-то жарковато. А тот ему отвечает, пасть закрой. Ты рот закрой. Ну, я смеюсь уже не с того, что они просто смешные, а с того, что это кринжово. Вообще там был не рот, конечно, там другое слово. Хавальник. Ну, типа, что-то нету, ни Сити. Да вообще ничего, вообще не. Ну, здесь дракон, да и быть не может быть. Но, кстати, здесь может на самом деле повисеть то, что мы окажемся рядом с Сен-Сити, но, если честно, я мало в это верю теперь. Где мы? На дереве. Ну почему все время нам не везет? Почему все время оказываемся с тобой где-то сверху? Я хочу вниз, например, спуститься. Да, я тоже. И даже с плодом Хоруса мы не сможем с тобой телепортироваться ниже. Может, это телепортация работает так же? Ну, кстати, может быть. Ну, я тогда буду, наверное, копаться вниз. Может, я хоть что-нибудь успею добыть. Я тоже, я просто вниз копаю сейчас. Надеюсь, ты в лаву попадешь. Двумя блоками вниз тогда. Так нельзя, так нечестно. Да куда мне этот гравий? Идите в попу со своим гравием. Где железо? Где хоть что-нибудь полезное? Где алмаз? Да ё-моё, земля даже каким-то образом здесь оказалась. Вы издеваетесь? Меня проклял один человек, а не весь Майнкрафт. Весь Майнкрафт? Да, ё-моё. Где ты? А я здесь. Вообще, ты себя не заметила. Тебе кварц зачем? Ты дом хочешь построить? Да нет, я опыт хочу получить хоть какой-то. А вот тут золото есть. Я только что придумал задание, у кого будет больше опыта, тот вообще красавчик, тот выиграл. Не добывай кварц, поняла? Как-то странно, да, что ты именно вот сейчас придумал? Да нет, все нормально, я и уголь просто так добывал. Я слышу, кто-то опыт получает. Нет, я просто добываю блоки. Ага, какие? Бело-красные, да? Нет, красно-белые. А, тогда ладно, тогда не переживай. Это другие. Это другое. И какой же у тебя уровень? Так, пожалуйста, Эн-Сити. Где? Кто я? А, вот я. Почему у меня нулевой уровень? У меня тоже. У меня был десятый, мне без разницы. У меня был 11. Да, докажи сначала. Ну, а я не могу. А, вот нет доказательств тогда, и все. Нет уровня, нет конфеток. Где Эн-Сити? Слушай, ну они вообще как бы очень редко встречаются, но, блин. Слушай, стоп, я знаю, гляди. Ты меня бросишь тут? У меня же нету, ты можешь сейчас умереть. Вау, а мне что делать? Кидай, что, ты можешь обратно? Все, давай, эндерперл, сюда. Ну, я полетела. Ты видела, как я криво кину? Куда ты там решила полететь? В бездну. Хоглин. И чё? Аккуратно. Ты боишься его? Да. Он тебя обижал? Да. Ребята, пишите в комментариях что-нибудь, чтобы Хоглин обиделся. Её не могу обижать, только я. Своими шутками. Кстати, когда ты мне 1000 рублей вернешь? Фордресс! Это Фордресс! Пожалуйста, нам может сейчас повезти на сундук. Где сундук? 16 секунд. 15. 14. Нету сундука! Давай еще 10 секунд. Пожалуйста. Нету. 5. Где? Нашел. Два алмаза. Золото. Хорош. Так, я тогда ставлю верстак. Вот, делай. А что мне делать с двумя? Что? Ну. Мотыгу? Две лопаты? А меч? Точно. Не, ну давай, пока у нас есть с тобой время, наверное, добудем тогда еще побольше эндерперлов, потому что я потратил на дорогу туда, обратно и отдачу тебе одного эндерперла, который полетел в бездну. Все свои эндерперлы, которые я добывал честным путем, не воровал ничего у тебя. Да, ты. А я еще и трусиха. Я просто смелый. Подбери, пожалуйста, все мои вещи, пожалуйста. Ну я хотя бы не рядом с тобой. Меньше шансы хоть что-нибудь полезное. Он меня сейчас тоже убьет. Нет! Живи! Все нормально, я спряталась.
Молодец! Ты отдашь мне этот эндерперл, потому что ты мне его должна теперь. Можешь его перевести мне? Так, ты где? Вот, держи все свои предметы. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И не теряй. Ладно, знаешь что? Ты достойна похвалы. Молодец. Спасибо. Купайся в золоте, разрешаю. О, слушай, здесь шахта есть, здесь шахта есть. Я нашел железо. Давай, добываем. Сколько у тебя? Четыре. Я все добыл. Может еще? Нет. А нет, есть? У меня 7 железа. Еще? Не набегу даже. Ай, блин, немного оставалось. 7 рудного железа. Давай закидываем, пусть переплавляется. Так, еще давай. Слушай, мы хороши с тобой. Давай еще, вот. Все, закинул. А, нету угля. Уголь! Забери отсюда. Забрал, закинул. Все. Слушай, у нас с тобой хоть что-то теперь получилось, наконец-то. Меня это не может не радовать. А, наверное... Что сделаем? Вообще, как бы мясо надо было, наверное, еще поставить готовиться. Ну да, ладно. Ладно, времени уже не хватает, если что. Но железо, кстати, в принципе, прилично переплавилось уже. Так, все, забираем. Слушай, все, хорошая тактика. Всегда вознаграждает. Тут тоже можем переплавить, рядом вроде ничего нету. Да, вроде нет ничего. Ставь тогда, сейчас я тогда буду закидывать сюда и оставшееся железо. Вот сюда еще уголечек. Блин, надо еще мясо, наверное, приготовить, да? Ну да. Да. Откуда у меня 3 печки, я не понял. Так ты взял. Все, я, короче, поставил себе переплавляться. Здесь ничего нету. Есть огромный Пумба. Иди поговори с ним. Нет. Давай, обвимбовай его. Я его язык не знаю. Обвимбовай его. Кинь золото, кинь ему денег. Трус. Не успела. Кстати, у кого больше опыта, тот и выиграл. У меня, кстати, 1 уровень. У меня 9 уровней. Ну, естественно. Нет, правда 9. Не, ну, естественно, я же умер. И тогда 11 было. Так, пожалуйста. Есть! Бежим! Так, блин, мне тундерперла. У меня есть! Давай! Быстрей! А я не успею! Хотя нет, я знаю. Быстро, доски. Я сейчас наверх буду строиться, наверх. Давай. Пожалуйста. Мы должны хоть что-то с тобой найти. Так, я бегу по лестнице. А, тут паркур. А ты что, паркурить не умеешь? Я-то умею, вот у меня уже... Она вообще пустая. Она прям фул пустая. Здесь вообще ничего нет. Слушай, мы с тобой вообще не везучи. Наконец-то попалась, но там вообще ничего не было. Кстати, сколько у нас с тобой вообще железа? Может, хоть что-то нормальное приготовим? У меня 5 железа. У меня 9, если что. Давай на всякий случай, вот если мы еще раз с тобой окажемся в Н-Сити, мы смогли с тобой простроиться. Я, наверное, добуду еще больше бревен тогда. И если что, отдам тебе половину, сделаем там дозочки, сделаем себе лестницу. И вообще все у нас с тобой будет хорошо. Если мы с тобой сможем наконец найти хоть алмазные инструменты, зачарованные сразу же, либо же алмазную броню, вообще все будет замечательно. Мы с тобой 100% пройдем эту игру. Мы 100% выиграем эту жизнь, и это проклятие наконец-то исчезнет. Как я это выговорил, я не понял. Очень быстро. Так, держи топор железный и кирочку. Вот. Ты вовремя вообще кинула, когда времени мало. Я оставила там печку и еду. А много еды было? 11. 11 чего? Помидоров, огурцов, яблок. 11 еды. Самый крутой. Свинина. Ах ты ж, ё-моё. Ну не, вот это вот обидно, конечно. Но у нас с тобой плоды хоруса есть. Они, конечно, не настолько питательны, как свинина. И арбузы еще вот у меня есть. Да ты же вообще умница. Вот, я тебе даю бревна, все, которые есть. Ну, точнее, ладно, половину. Зачем? Я тебе даю половину, чтобы у тебя было столько же, сколько у меня. Я не думаю сейчас о тебе, о твоем благополучии. Я думаю всего лишь о честности, о каком-то... Нет, спаси! Где ты? Малыш! Малыш! Как ты меня назвала? Тут малыш. А, я думал, ты про меня. Да куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Я за кожей, я дала ему золото, это пиклина. У меня 2 хп было. Где? Куда я? Да как обычно. Да я опять просто падал куда-то вниз. Не, здесь нам уже на Н-Сити 100% не повезло. Да. Ну да, рядом нет. Можно побегать, поискать, конечно. Ну, у нас времени тупо нету, если что. Мне бы сейчас вообще восстановить здоровье все. Окей, здоровье я восстановил, если что. Окей, здесь, наверное, придется просто ждать, когда мы с тобой в следующий раз окажемся в Н-Сити. Я бью эндерменов. За что? Я найду себе задачу. Как за что? За эндерперл. А он дешевка. А ты знаешь такой миф, что глаз эндермена это и есть глаз эндермена?
Эндерпёрл. Но судя по размерам Эндерпёрла, его глаз занимает всю голову тогда. Тебе не кажется? Поэтому они тупые. О, мы в воде были. Портал! Портал, портал, портал. Вон сломанный портал. Мы можем с тобой золото добыть. Нам может сейчас повезти на вещи какие-нибудь, пожалуйста. Так, давай ты, наверное, добудешь тогда то, что сверху находится. Что там? Там ничего вообще не было, прикинь. А, блин. Я зачем строюсь? Да потому что ты медленная. Будь как я, будь быстрой. А там по итогу было всего лишь вот это вот. Вот это. Вот это. Золотой блок. Два зачарованных золотых яблока. Неплохо, неплохо. Сейчас, погодь. Есть для тебя одна игра. Какая? Раз, два, три. Подбирай. Да нет, успела. Я тебе не вовремя это сделала. Да так начинает. Нет! Я чего? Брох момент. А так вообще возможно было? А что нам теперь делать? Мы теперь бомжи. Знаешь что? Да ну нафиг это твое проклятие. Ну нафиг. Ты знаешь, я как будто бы наванговала. Я такая, вдруг нас лаву телепортирует. Но мы же можем оказаться прямо над лавой. О, слушай, это тогда очень-очень плохо. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьам рассказать. Ну а с вами был Акаки и Юни. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова. Пока-пока.